Дмитрий Шепелев о тайном разговоре с Николаем Караченцевым. Дмитрий был одним из тех, кому довелось поговорить с Николаем Караченцевым незадолго до его смерти. Минувшим летом в Израиле шоумен записал интервью с актером. Когда были выключены камеры и микрофоны, между Шепелевым и Караченцевым произошел короткий диалог. Дмитрий спросил у знаменитости, почему тот не пытается избежать публичности. Ответ Караченцева был кратким – «Жить хочу». Николай Караченцев умер 26 октября в Москве в результате отказа почек. 27 октября ему бы исполнилось 74 года. Похороны актера состоятся 29 октября. Искренние соболезнования близким и родным. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!